Ассоциация «Промолекс» обвинила Майю Санду в предвыборной агитации в пользу партии «Действие Солидарность». В качестве доказательства там привели пост главы государства в Фейсбуке, опубликованный в день регистрации ПДС в ЦИКе. На официальной странице президента Молдовы была распространена информация о предварительной регистрации за рубежом. В публикации говорится, цитата, «Верю в людей страны и знаю, что наступает хорошее время для Молдовы. Мы считаем, что таким образом была выражена поддержка ПДС, которая идет на выборы со слоганом «Начинаем хорошие времена». В администрации президента тем временем не считают, что Санду использовала в публикации слоган ПДС. Пресс-секретарь главы государства Сарина Штефырце заявила, что та не агитирует в пользу партий, но продолжит призывать граждан идти на голосование, поскольку всеобщее участие укрепляет демократию. В ЦИКе сообщили, что жалоб на публикацию Санду не поступало, но если таковые появятся, их рассмотрят.